ответил еще. Я дал преамбула. Вопрос. Нет, это не преамбула. Нет, вы оставили сейчас... Я считаю, что вопрос. Стоп. Я вопрос не задал. Я дуже вас прошу. Ну, я вам говорю еще. Я дуже вас прошу. Вот замокнуть. Вы это разумеете. Замокнуть, будь ласка. Бо зараз я вас... Капля крови пролилась, когда вы выходили из Советского Союза? Ни одной. Пане Жириновский. Так и сейчас не вы будет зараз, ни одной капли вы крови. Вы зараз образили. Или мне особисто. Забудьте слово нейтралитет. Все. Мир в глобальном капкане. В мире американская империя, европейская, слушайте, лечитесь, российская, шизофрения. И китайская, ну, лечитесь, исламская. Лечитесь, у вас раздвоение сознания. Пять империй в мире. Окей. Вы ни в одну не входите, и вам никто не позволит быть нейтральной страной. Выбирайте. Исламская империя, европейская, господин американская, вы только что здесь российская были. И китайская. Поскольку русских очень много на Украине, самец, они выберут понимаешь, российскую самец, империю. Самец, да, видно, да. Так вот я хочу ответить. Вы оскорбили украинский народ, потому что украинский народ столько, сколько мы потеряли жизней, и столько крови, какой пролито. Замолчите, пожалуйста. Вы ее проливали в рамках Советского Союза. А да отдельно вы ничего вообще? Не проливали. Вы отрицаете, вы что Совет... частью Советского Союза или Российской империи. Украинская нация когда существует тысячелетия. Когда Европа признала отдельное независимое украинское... Год назовите. Один. В истории человечества. Когда Европа признавала, что есть такое государство Украина? Называйте год. Господин Ширинов. 43-й год вступления Украины в ООН. Сидите и молчите. Сидите. Близко. Вот проклюнулся агент. Еще смотрите, замечательно. Еще это женщина. Это женщина. А мне плевать, что она женщина. Вот видишь, что ты какой. Иди отсюда, если тебе женщина нужна. Мне нужна политика. От женщины отвали. Да. Сука. Вот видишь, что я говорю. Видишь, от женщины. Вот. Вот тебе. Уважаемые друзья. Вот все. Уважаемые друзья. Я их здоровее. Подождите. Господин Шустер, в Москве во время прямого эфира вы не позволяли себе таким образом гостям нарушать формат вашей передачи. Почему вы это делаете? Это ваша сознательная идея, это ваша провокация или что это? Почему вы разрешаете оскорблять гостей? Господа, господин Тернибов, я за себя отвечу. Господин Павловский, я не конспиролог, в отличие от многих других. И не занимаюсь политтехнологиями, чем занимаются многие другие, в том числе вы. Значит, я вам скажу честно. Я пригласил господина Жириновского прилететь сюда, в Киев. Он согласился. Он мой гость, как я пытаюсь повторить. Он ведет себя так, как себя ведет. Да. Как он себя ведет в России всегда. Не нравлюсь, не пилотаю. Всегда. Абсолютно. Нет, всегда. Я такой всегда. 60 вот, лет. Да. И 60 вот, лет, он... да. 60 лет вот так. Пожалуйста. И голосуют миллионы. Все. И будут голосовать. Отлично. А теперь помолчите. Все-таки за вас опять голосуют, слава Богу, в России. Я не могу сказать помолчите. Да. А нет. Конечно. Замолчали вас в передаче. Да. Пока не гонять. Да. Отлично. Я никого выгонять не буду, тем более людей, которых я пригласил. Еще раз это надо повторить. Или это... Это уже понятно? Господин Шустер, могу ли я задать вопрос аудитории сейчас? Задай. Скажите, пожалуйста, полезно для Украины, для того, чтобы мы начали гордиться сами собой и собственной страной, что мы сегодня увидели живьем Жириновского? Полезно? Полезно. Полезно. Я тоже так думаю. Пусть вся страна видит этот шедевр. Еще полезно, что мы увидели, что вода из стакана полилась не с украинской на российскую сторону, а с российской на российскую. Это значит, что слава тебе, Господи, не вся Россия, это Жириновский.